Всем привет! С вами, как всегда, Киноласточка. Я напоминаю, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии под видео. Полетели! Как думаете, о чем мечтают подростки? Пишите свое мнение в комментариях. Кто-то мечтает реализовать себя, кто-то мечтает о путешествиях, кто-то о любви, а кто-то совмещает все свои маленькие мечты в одной большой. Главной героине нашего сегодняшнего выпуска тоже удалось все свои маленькие мечты соединить в одну большую, которая вскоре не только сбылась, но и дала свои результаты. И речь пойдет о двух частях мультфильма «Русалочка», которые все очень хорошо знают. Ну, поэтому мы не будем затягивать и сразу начнем. Итак, как вы могли догадаться, речь пойдет о самой главной паре мультфильма – русалочка Ариэль, самая младшая из семи дочерей царя Тритона, и ее возлюбленный принц наземного царства Эрик. Сюжет всем известен, поэтому сильно вдаваться в подробности я не буду. Ариэль – натура мечтательная, любопытная и в свои 16 лет показала себя очень смелой и великодушной, когда спасла принца. В принципе, неудивительно, что она такая любознательная, так как большинство подростков в 16 лет хотят узнать побольше об окружающем мире и, как говорится, жаждут объять необъятное. И это, в общем-то, хорошо. Эрик тоже довольно любознателен, такая себе непоседа. Вечно бежит навстречу приключениям, но в этих приключениях он преследовал лишь одну цель – найти свою любовь. Ему хотелось найти ту, с кем он был бы счастлив, и с кем он бы связал свою судьбу и будущее. И повстречав Ариэль, он понял, что нашел свою любовь, однако сомневался, поскольку Ариэль была немой. Но проникшись чувствами к девушке, он все-таки ее полюбил. Однако из-за козни морской ведьмы Урсулы он не успел поцеловать любимую, хотя очень хотел это сделать. А в конце, победив колдунью, они с Ариэль все-таки поженились. И таким образом мечты обоих стали реальностью. И результатом этих желаний стала их дочь Мелоди, родившаяся во второй части мультфильма. И хотя родителям с дочкой-подростком было ой как непросто, кстати, как и Тритону с Ариэль, в ее 16 лет было сложно, все-таки они нашли общий язык и жили долго и счастливо, окончательно объединив морской народ и королевство Эрика. Короче говоря, они, на мой взгляд, пара прекрасная. С подростками всегда тяжело, но если найти к ним правильный подход, тогда будет гораздо легче налаживать отношения. Ну а мне опять пора улетать, всем удачи и до встречи!